На вопрос по всей этой ситуации, почему вы не выбили? Почему не глупо сыграли? Я же хотел поймать. Почему именно поймать? Было бы эффектно, не-не-не. Да это не эффектно было, это обычное дело. И вратарь выходит на выход играть, и он мяч ловит. Мяч отбивается, если он не достается там двумя руками, или в борьбе. Я его начал выбрасывать, только когда уже понимал, что я могу с ним залететь в ворота. По большому счету, это просто ошибка, да. Это ошибка в важнейшем матче, но это ошибка, которую может совершить там любой вратарь. В раздевалке ваши партнеры говорили, что вы сидели с полотенцем на голове. Чем думали? Даже я не помню. Ну, наверное, о том, что там, ну, ошибка, да, там, пришло. Кто-то предъявлял из игроков? Нет. Поддерживали, да, и Карпин поддерживал, и Ановка, там, ну, и другие ребята, да.